Всем привет, дорогие друзья. Прокатимся со мной на Неве. О, лесовоз едет. Только подумал, что очень хорошо прочищенная дорога по лесу, потому что лесовозы здесь ездят. Да-да, лесовозы ездят. Вот и навстречу попался нам лесовоз. Весной там, ой, осенью там ходил. Там прямо много леса вырубили, сейчас вывозят. Мазик зелененький едет. Вот так вот. Ну, я думаю, разъедемся с ним. По ширине-то нормально будет, хватит ширины. Ничего не должно быть такого. Ну да. Вот возят. Что тут? Елку, получается, рубят. Уехал лесовоз назад. Не видно отсюда. Это зеркало его видно. Поехал лесовоз дальше. Вести. Туда, на лесопилку куда-то, или куда их возят. Место. У нас вроде сейчас лесопилок нету. Одно время не было в начале их. Потом появилось много. 3 или 4 лесопилки было. Сейчас вроде опять куда-то они все позакрывались. Одна лесопилка осталась вот здесь, на 4-й шахте. И все. Поселок 4-я шахта. Больше я не знаю. Может, где-то далеко куда-то возят лес. Так что вот, природные ресурсы используют. Но там, где вот срубили, если я думаю, что оттуда возят, там лес старый. Он, конечно, его тоже жалко, но там они и так попадают, эти елки, через 10-20 лет от старости. Елка же вечно не растет там, по 500 лет не растет, падает все равно. Так что, в принципе, ничего. Но опять же, везли навстречу, вот я посмотрел, стволы-то не очень толстые. У старых елок там в 2 обхвата стволы, а тут какие-то тоненькие. Все вместе, видимо. И тонкие, и толстые рубят. Вот так вот повстречались, в общем, лесорубы. Интересно. Раньше я любил, даже на Гранте сюда ездил. А уж на Ниве подавно. Вот это вот место вот. Здесь я обычно останавливался. Где-нибудь вот здесь вот. Здесь пошире, как правило, расчищают, чтобы и лесовоз мог проехать, и всякие такие вот люди, типа меня, которые просто прокатиться приехали. Дальше, наверное, пешком пойду.